Если правильно выстроены институты, это единственное, что важно, то это справедливо как для либертарианства, так и для коммунизма. Почему же, по-вашему, коммунизм работать не будет, а либертарианство будет? Потому что либертарианство стремится к децентрализации власти, а коммунизм стремится к ее централизации. Коммунизм создает те рычаги контроля за обществом, которыми слишком легко злоупотребить. И сам факт того, что ими можно будет злоупотреблять, и делает коммунистические режимы не просто неустойчивыми, а абсолютно разрушительными для тех стран, где подобную систему пытаются построить. Либертарианство движется в противоположном направлении. Либертарианство говорит, что в принципе не должно быть таких рычагов, с помощью которых можно контролировать рынок, с помощью которых можно контролировать распределение средств. А если этих рычагов нет, то ими будет невозможно и злоупотребить. Коммунизм в силу своего отношения к рынку и попыткам его контролировать, наоборот, эту власть централизует. Дело именно в институтах и именно по причине нежизнеспособности коммунистических институтов. Эта идеология, она абсолютно обречена.